Проведение сельского схода – одна из традиционных форм работы с населением в сельской местности. В рамках таких встреч перед жителями выступают сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, руководство района, представители правоохранительных органов для того, чтобы в очередной раз напомнить основные правила эксплуатации печей и электрооборудования. К сожалению, несоблюдение именно этих мер, как правило, ведет к трагедии. Наступил пожароопасный отопительный период осенне-зимний, и в этой ситуации люди перемещаются в дома, находится большая часть дома, потому что на улице холодно, ведут свою жизнедеятельность, что приводит, к сожалению, к беде. Кадры пожаров всегда выглядят внушительно, и на самом деле это настоящая трагедия, легкое последствие которой, когда человек просто остается без крова над головой, куда страшнее, когда в огне погибают люди по собственной беспечности. Непотушенная сигарета, сон в состоянии сильного алкогольного опьянения – все это лишает человека возможности использовать свой последний шанс сохранить жизнь. Понятно, что в районах есть дома, где проживают асоциальные граждане, и эти жилые помещения находятся на контроле в сельских комиссиях, что позволяет минимизировать риск возникновения трагедии. У нас создаются комиссии при сельсоветах в период осенне-весеннего осмотра всех подворий граждан, где также проходят, проверяют их санитарное состояние и пожарные, минимально, чтобы были пожарные нормативы соблюдены. Особенно те дома, где у нас есть газовое оборудование, где у нас печи еще стоят, то есть такие еще дома, где граждане топят там дровами, топ-фабрикетом. И здесь, получается, постоянное взаимодействие идет между местными органами власти и МЧС. То есть тут вопросов нету, в составе комиссии все включаются, проверяют, ходят. Но не безучастность к таким людям должны проявлять и просто проходящие мимо люди. К этому призывают сотрудники МЧС. А еще напоминают про использование в доме пожарного извещателя, про правильную эксплуатацию бытовых приборов. Небольшие листовки, которые получил каждый участник встречи, станут еще одной возможностью вспомнить основные правила поведения при чрезвычайной ситуации, чтобы зимние вечера проходили уютно и безопасно.